Что нам было? Нам бы он на деле. А на деле? Олимпийский чемпион. Я бы хотел, чтобы из зала вышел олимпийский чемпион по вольной борьбе. Потому что у нас вольная уже 2-3 года. Это в будущем, я понимаю, что это не 24, не 28. Ну, конечно, хотелось бы именно по вольной борьбе. Потому что есть такой зал, есть тренера, есть, как отец говорил, материал, с кем работать. Есть ученики голодные, мотивированные, которые хотят, что можно вырасти до олимпийского чемпиона. Но это будет нелегко, это 100%. Вот же то, что я на весогонке смотрю постоянно. Пришло время пробовать. Обито же готовить нам. Короче, с Ильдаром по полной маслят хочу сделать, чтобы в дальнейшем недопонимания не было. Сейчас в конце мы примем решение. Пока все нормально, нет? В конце примем решение. Ты можешь соскочить пока. Где бокал надо, хей? Он дает смотреть.